Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1282, события дня. Притча 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родить тот день. За 20 июня 2019 года. Ну и попутно еще вот это прочитать. Яков говорит о том же. Всегда затормозите курсором, прочитайте. И объявление также. Может кое-что посмотреть даже. А тут переписка в этом, как называют, в содружестве, в чате. Почитайте. Интересные мысли. Вопрос отношений мужчины и женщины. И вот так из местописания разбираются. Это очень полезно. Тормознуть и прочитать. Кто интересуется, конечно. Алена собирается приехать. День рождения, местописание открыть. Видно, что люди-то разбираются. Интересно посмотреть.
день рождения, Иоанн Златоуст говорит, зачем же справлять, когда на блюде голова пророка оказалась. Это что святые отцы говорили о женщине. Тоже интересно почитать. Да тормозите просто и прочитайте. Так вот. Ну и все прошло. Вот так. Это вот наш ресурс «Мой мир». Я его очень люблю, и в нем многое можно тут сохранить. Тут разная пакость пишет, иногда показывает. Ну. И вот, посмотреть, что у нас православный форум, вот как выглядит. И вот, показать православный видеоканал. Большой довольно. Большое. И тут еще есть у нас во свете Библии православный библейский сайт. Очень поучительный и очень большой. Ну, события дня 20-е, что Володя бьется огород, чтобы прополоть. Ну и занялись этим. У него такая на колесе нож тащит и правда, многое сделали, намного больше, нежели бы тяпкой просто. И тяпали, тяпка это называется, сорняки срубать. Вот так. Сегодня опять то же самое. Мне охота в лес попасть, пока Сергей не уехал. Теперь уже не успеть. Заготовить еще свай надо. Рыжковский пруд, чтобы закончить. Южный. Северный он называется. Северный. Вот утром готовится молиться. Ну, на этом все, однако. Богу слава.